Есть очень интересный факт о мигрени. Для снятия приступов мигрени мы используем специальные препараты – триптаны. Эти препараты были разработаны на основе эрготамина. Эрготамин – это алкалоид спорыньи. Спорынья – это такой паразитический грибок, который поражает рожь. В средневековье это была распространенная проблема. Люди употребляли хлеб, зараженный спорыньей, и из-за этого у них развивался эрготизм, который имел несколько видов. Один из видов – судорожный. Наши предки называли ведьминой корчей. Другой вид – когда у человека происходил спазм сосудов, и из-за этого отмирали конечности, появлялись черные пятна на руках, на ногах, назывался огонь святого Антония. И интересно, что из-за этой токсичной спорыньи, которая травила наших предков, люди выделили в итоге препараты от мигрени и ЛСД.